мать! Готов! Ты хочешь? Открываем! Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я буду выполнять самый нереальный, самый жесткий и просто самый дикий челлендж в истории стендоффа. Прямо сегодня я буду говорить абсолютно на все условия ТикТака «да». ТикТак, объясни правила. Ребяшки, сегодня будет нереальный челлендж. Я буду давать задание Кенту, и он будет обязан на все мои задания говорить только «да». То есть, если я ему скажу продать... например, какой-нибудь ножик за 003, то ты обязан будешь сказать «да». Нет. Если я скажу тебе продать АВМТХ за 003, ты тоже будешь продавать АВМТХ. Ты понял меня? Слушай, может, другое видео снимем? Ну что ж, нулевое задание. Ты готов, скажи мне? Да! Ваша задача прямо сейчас поставить лайк и подписаться на канал Кента ПК, или я удалю ему аккаунт! Пожалуйста, лайк, подписка, быстрее! Быстро, или я удалю аккаунт ему! Ну что же, какое первое задание? А? Первое задание, тебе нужно выйти в главное меню прямо сейчас. Так, выхожу. Уже так. Почти вышел. Так, что делаем дальше? Смотри, ты выходишь в главное меню. Да. Ты убираешь все свои скины. Не понял! Полнейшим бомжом. Убирай перчаточки, конечно, все это убирай. А если я не хочу? Убрал. Так, а теперь убрал все скины? Да, убрал все скины, точно. Смотри, если хотя бы один скин у тебя будет, если я замечу, ты будешь продавать, сколько скинов у тебя осталось, столько ножей продашь. Подожди. Я еще нашел. Ого! Так, все, снял все скины. Надо было продавать. Все, снял все скины. Смотри, теперь заходи в командный бой. 5 minutes later. Твоя задача сейчас будет играть в командном бою и угрожать всем банам. Говорить, что ты разработчик и забанишь всех. А когда они будут спрашивать, где твои скины, ты будешь говорить, я еще не очень себе. Ну типа надо прямо сейчас, да, так заходить и писать? Да, конечно. Кому дать голды? Так. Блин, чувак, а где мой керамид голд? Ой-ой-ой. Я перчатки забыл снять. Минус один нож, а это будет второе задание. Чувак, посмотри, что мне пишут. Скажи, напиши. Первый, кто напишет плюс, даю 1000 голды. Честно, опа! Пошел первый претендент. Напиши, ладно, еще второму дам. Ладно, еще второму дам. За оскорбление я вас забаню. Бан навсегда. А, он пишет, давай. Давай, а теперь пиши. Напиши наклонное, бан и его ID. Давай, наклонное. Бомжа. 2, 6, 7, 5, 8. Чувак, посмотри, что чел прям на видео сказал. Не, вот этот чел реально получит бан. Разработчики, вы знаете, что надо делать. За кибербул на 2 недельки нашего любимого пассажира. Ой-ой-ой. Ты же сверхгений. Ты же можешь делать все, что угодно в этой игре. Поэтому ты должен доказать, что ты разработчик. Ты должен закрыть глаза и с закрытыми глазами всех изничтожать просто в пузо-пара. Давай хотя бы более реально хотя бы один килл сделать с закрытыми глазами. Давай, один килл. Я буду управлять тобой. Давай, я закрыл глаза. Закрыл, давай. Бери, вперед. Где кто? Стрелять! Подожди, минус сколько? Левее, прямо. Давай. Еще левее. Давай. Да ты не поворачивайся, да? Давай. Стреляй, попал? Попал в ногу. Реально попал? Да, в ногу попал. А ты до дуба? Давай, еще беги, добей. Давай, пробил, убей, стреляй, за одного уже убил. Да подожди, ты меня разводишь. Давай, типа, для видео сделал, смотри. Типа, сейчас я закрою глаза, скажу стрелять. Давай. Так. Стреляй! Блин, чувак, у нас даже постанову не вышло снять. Подожди, ну, я просто тут помню, что мы договаривались, если ты какой-то скин не снимешь, то что-то надо будет продавать, да? Да за 0.03. Что за бред? Подожди, а что тут у тебя с перчатками? Покажи перчаточки. Ниже. Да не, бро, у меня нет перчаток, я помню. А где ты перчатки? Да мы были сняты. Обмануть меня решил. Начинаем с легендарок. Поехали. Да мне нет легендарок. Давай. О, First Warp. А что он здесь делает? За 0.03 быстренько сливаем. Блин, я думал, ты не скажешь цену, я за 24 продал бы. Давай за 0.03. Не хочу, мама. Давай, пошел, сливай. Ну-ка, где, братан?
Выходи обратно. Раш, файвс. Блин. Нормальный скинчанский такой. Давай тоже за 0.3 его сольем, почему бы и нет. Тем более, смотри, сколько у тебя штук. Слушай, нифига себе. Да это у меня одна штука всего лишь. Пока, родненький, я буду скучать. А теперь заходим на арканы. Да подождите, арканы, братуха, писюн, типа, не психу... Стоп, Эндрю, чуть выше. Не понял. Выше. Подожди-ка, подожди, Blue Blood. Мне показалось, что там было Blue Blood. Да не было, родной, путаешь. Я хочу себе такой ножик. Да не, родной, брат. Я сейчас ставлю запрос на 2200, и ты серьезно? Да, ты мне подаришь. За 0.03? Стой, ты подаришь, подожди, ты хочешь подарить мне на этот ножик? Да. Давай заходим. Заходим на Blue Blood. За что, родной? За что? Заходим на Blue Blood. Ставим 0.03. И как только ты увидишь, что там будет запрос на 2200, сразу сливаешь. Скажи, когда будешь готов. Ты готов? Да. Точно готов? Да. Сливай. Какой кайф. Плюс 0. Я как раз хотел поиграть с этим ножом, спасибо тебе огромное, А Василиска. Я тоже хотел с ним поиграть! Вином? А сколько вином стоит? Подожди-ка. Да он очень Арканочка. Дорого. Аркана, ну-ка покажи. О, за 0.3. Не, полетел на 0.3 быстро. За что? Это единственный мой Fame 7, я с ним играл. Все, Аркана за 0.3. Да за что? Слушай, мне кажется, что-то слишком лайтово. Тебе не кажется? Ну что, готов к следующему заданию? Да. Я не слышу громче. Да, я готов. Ты же у нас топ-трейдер, правильно? Да в смысле, я не топ-трейдер. Любишь потрейдить, конечно. Давай, слушай, смотри там, а в М-скретч, видишь, 100 треков сказать. Давай-ка потрейдим, ну-ка, давай, так, бери. Так, да. Как про трейдить будем? Вниз прохартовый. Мы же трейдеры с тобой, правильно? Сейчас будем трейдить. Не, братан, что ты плохой трейд? Еще ниже. Да куда уже ниже, Голды 200 найдем. Сколько? Давай, ты ж трейдер. Стоп, ты ж трейдер, правильно? Ну, да. Без наклеек. Давай, я поможу, вот этот. Не, без наклеек, мы ж трейдеры. Я нуб-трейдер. Ты хочешь это задание? Скажи мне, пожалуйста. Да, как сказать бы. Вроде да, а вроде нет. Стоп, ты готов к 4-му заданию, а? Да. Нет, потому что-то не уверена. Да, я готов. Мама, хочу к тебе. Да, готов. Тогда заходи на Origin Case. Так. Это очень дорого, братан, ты шутишь? Давай, покупаем. Да за шу? Покупаем. Да за шу? Да за шу я купил? 2000. Это трендец. Это же вообще понтос. Я бомжом стал с имщелезом. Это всего лишь нож. Слушай, мне кажется, или ты хочешь его открыть? Да нет, ты прекрасно, я хочу его обратно продать. Что? Ты сказал нет или не показалось? Да, хочу. Давай, бусти на арканы все бусти. Сделал раз, сделал два, сделал три, сделал четыре. Пожалуйста, вроде тоненький. Ах, РТХ, я тебе буду поклоняться. Давай. А теперь считай до трех. Говори раз. Раз, два, три. Кентуй с кейса, выпади. Открываем. Пожалуйста, аркана. Давай, смотри. Мы все просрали. Да ты шо, сколько стоит? Да нисколько не стоит. Ой-ой-ой, да ты трейдер, да еще и везунчик. Братан, за что? Быстро заходим на рынок. Заходим на AWM Treasure Hunter. Что? Не, чувак, это уже за... AWM Treasure Hunter давай. Нажимай. Ты адекват? Нажимай кнопку продать, быстро. Ты адекват? Нажимай на него. Ставь 0.03. Сан, ты нормальный? Нет, я не нормальный. Ты нормальный? 0.03, Сан. За что? Считай. Нет! Сказал, давай. 10. Нет. 9. 8. 7. 6. 5, я нубгалимый. 4, я нубгалимый. Так. 3, я нубгалимый. 2, я нубгалимый. 1, я нубгалимый. Наводи на кнопку создать. Нет! Готов! Гад, ты хочешь? Ладно, стой. Закрой. Ладно. Просто я тебе отомщу. Продолжение, ребят, на канале Тик-Така. Ну что же, с вами был Кентуха и Тик-Так. Всем удачи, всем пока. Держи кулачок. Пока, братишка.